Всем привет! С вами Гриша и Варя. Сегодня мы будем смотреть Heroes of the Storm. И у нас это будет вступительный ролик. Будем смотреть? Да. Смотрим? Смотрим. Мясо такое. Ну прикольный. Прикольно, собрали всех героев. Потом что-то вторая Керриган делает, только не мертвая еще. Блондиночка. Блондинка перекрасилась. Тоже невидимка. Я видел, как Лич Кинг я сделала. И он начал замерзать. Леденеть. А очень странно, как Керриган летает. У нее крыльев-то нет, там такие палки просто, да? А этот ангел из Диабло? Да. И Диабло из Диабло. Так там Диабло, Старкрафт и блондиночка. Там Лич Кинг. А, Лич Кинг. Из Варкрафта. Рейнар, Керриган и блондиночка из Старкрафта. Блондиночка из Старкрафта? Ну, она такая же была невидимка, как и Керриган в прошлом ролике. Потом... Диабло. Диабло и Ангел из Диабло. То есть у нас теперь Варкрафт, Старкрафт, Диабло. Все? Мало, что-то никого нет из Overwatch. Может, тогда не было Overwatch, когда они вступительный Может ролик делали? Может быть. Может, наверное, Может такой быть. Ну, как красивый там, когда на Диабло напали, он такой slow-motion, такой... А очень странно, Рейнер такую маску надел, и что, блин, посло его это? Внутри кисель сразу. Да. Идет. Одобряем. Всем пока, спасибо, что посмотрели с нами этот мультик, и до скорых встреч. Пока.